Это машинки, которые предназначены для того, чтобы принимать бутылки в Норвегии. Если вы покупаете какие-то напитки, да, неважно там какие, именно в норвежских магазинах, да, то на каждой бутылке стоит своя цена. То есть за пустую бутылку вы выпиваете там содержимое и потом приносите, ну, как бы тару сюда. Ничего сложного здесь нет. Здесь вот даже показано, как это все делается. Значит, бутылку суньте сюда, она там шурвилеп, шурвилеп. Читается этот штрих-код, да, и сюда показывается на экране вам сумма. И дальше вам предлагается вариант. Либо пожертвовать эту сумму на Красный Крест, ну, либо же забрать это чеком. На кассе просто отдаете этот чек, и эту сумму как бы просто отнимает от, ну, суммы вашей покупки. Как правило, первое, что вы видите с продукта, это все-таки фрукты. Но в этом магазине как-то все пошло не по плану. Здесь нас встречает пиво. Все, что вы можете купить с алкоголя в норвежских супермаркетах, именно в супермаркетах, это только то, что не крепче пива. И то. Вы это все можете купить, вот смотрите, информация. Только с 9 до 20 по будням и в субботу с 9 до 18. И это никто вам не продаст, если у вас не будет легитимашон. Это не значит, что надо везде по магазинам ходить с паспортом. Нет. Это может быть еще рекорд, да, то есть права, ваши водительские права. Либо же карточка банковская именно вот с легитимашон. Вот пиве я не сильна, могу только вам вот так вот показать, сколько что стоит. Я знаю, что когда приезжали в гости мои родители, то они очень заценили вот это пиво, Нуронс. Ну, как бы многие его хвалят. Совет такой, попробовать. Все остальное вот так вот я медленно вам просто проведу. Смотрите сами, что почем. Потому что детально так вот останавливаться на каждой бутылочке, это, конечно, очень, очень накладненько будет. И видео займет просто там больше, чем, наверное, час или два. Смотрите, вот здесь вот опять эта информация, о которой я вам говорила. Вот где же находится эта цена на бутылках? Вот, смотрите, конкретно на этой 1 крона, видите, вот написано слово «пант» и 1. Это значит, что эта бутылка как бы пустая потом уже, да, без содержимого, в этой машинке будет стоить вам 1 крону при возврате. Такие же цены есть на всем, я вам сейчас дальше покажу. Еще вот что надо сказать, 35-40, 40 евро, 35 крон, 40 евро. Значит, в 2009 году, если я не ошибаюсь, правительство Норвегии приняло их с обиходу, и сейчас они не ходят, то есть они есть только на ценниках. Ну, в принципе, ничего страшного, это как бы сумма, потом она округляется. И если вы платите карточкой, как здесь многие делают, то, в принципе, ничего страшного. Кто спрашивал, сколько стоит Кока-Кола в Норвегии? Если вы покупаете 4 вот таких больших бутылки, то это вам будет стоить 90 крон. Ну, 89 крон, ладно. И одна бутылка вот такая тоже, классическая Coca-Cola, будет стоить вам 28-20. Вот смотрите, где цена на этой бутылке, да? Крутим, крутим, вертим, вертим. И находим ее вот. Смотрите, пант 2,50. То есть 2,50 вам она будет стоить уже потом, когда вы выпьете саму колу. Значит, бананы. Бананы предлагают 25 крон за килограмм. Дальше идем. Виноград. В одной вот такой вот упаковке полкилограмма. Это виноград с Испании. И нам его предлагают купить за 25 крон. Вот киви. Тоже вот сколько здесь их штук? Ну, примерно, наверное, раз, два, три, четыре, шесть штучек примерно в одной упаковке. Ну, как всегда, все валится. Значит, шесть штук в одной упаковке, и нам предлагают, это где-то полкилограмма, видите, нам предлагают это все купить за 20 крон. Либо же одну штучку, вот они, за 5 крон. Ну, точнее, за 4,50. Апельсины вы можете купить сетки, а можете купить вот так вот на развес. Сетки будут стоить 23,80. И вот так вот на развес 17 крон. Груши точно так же, вот в пакетах уже предлагают вам купить за 14,90, а на развес за 20 крон. Яблоки на этой неделе вообще по 10 крон. То есть бери, не хочу. Смотрите, гранат. Одна штучка за 17 крон. Вот. И грейпфрут у нас стоит, вот смотрите, 25 за штучку. Смотрите, арбуз и дынька. One melon арбуз стоит 27,90 и дынька 24,90 за килограмм. Видите, какой выбор у нас варенье. Любого. И, кстати, варенье в Норвегии очень вкусно. Видите, я вот так вот вам проведу сейчас тоже, чтобы вы заценили, что почем. Вот эта нура, она очень популярна тоже в Норвегии. Это как бы считается, ну,
все-таки самое вкусное варенье, да? Вот кто приедет сюда, пожалуйста, купите, попробуйте. Но это правда очень вкусное. Кстати, да, есть варенье для диабетиков, где вообще нету сахара. Вот, кстати, очень вкусное тоже. Да, там чувствуется, знаете, как бы немножко сахарозаменитель. Но я это чувствую, не знаю. Но все равно круто, что оно есть, что... И вот видите, акция сейчас. Две таких баночки за 35 крон на этой неделе. Есть вот такие прям ведерки килограммовые. Вот прям ведерками, видите? Это клубника. Значит, 14.30. Апельсиновое варенье 16.90. Читтебарь, опять же, не помню, как это по-русски. 15.90. 19.70. Это злобарь. Это в Норвегии, смотрите. Огурцы, это все тоже пластмассовые. Я, кстати, для себя могу сказать, что когда я приехала в Норвегию, мне было очень тяжело привыкнуть к этим как бы огурцам и помидорам. Опять же таки, после Украины это, ну, майже не смакую. Значит, за эко-огурец просят 22.90, за обычный, который вообще выглядит так же, 18.90. Помидоры тоже полкилограмма экстра. Экстра, это значит как бы, ну, супер цена, супер низкая цена. Вот она. 12.80, и дальше вот вы видите, да, цены на томаты. Сейчас я ему вот так вот просто покажу. Дальше авокадо, вот вам предлагают тоже такую сетку экстра, где 1 килограмм за 60 крон. И авокадо вот там, где две штучки вот такие, за 34 кроны. Вот зелень. Зелень на этой неделе все... Они как бы продаются, видите, вот таких вот стаканчиков. Такие пластиковые стаканчики. Здесь грунт. Вы это все срезаете, это все остальное выбрасываете. Красный лук. 15.90. Нет, да, 15.90. Ну и обычный тоже вот такой вот на развес. Тоже 15.90. Все, что в сетке, вот смотрите дальше там. Цены сами тоже. Очень вкусный чеснок. Я как любитель чеснока, лука, конечно, ставлю просто 5 с плюсом. Не знаю, откуда он привозится, но он очень такой ядреный, ну, прям бомба. И вот вы видите на него цену 10 крон. Картошка. Картошка на развес стоит 17 крон. И вот вы можете купить вот цены, видите? Цены тоже разные, можете купить вот в вот таких вот сетках, ну, мешках таких. Вот оно все. Ну, как раз еще один стеллаж с овощами, вот акционные товары на этой неделе. Давайте я вам просто вот так вот сейчас покажу. Вы сами смотрите, там все написано, цены. Если кто-то что-то не увидит или кто-то там захочет что-то уточнить, пожалуйста, напишите в комментариях, я вам продублирую это все. Просто останавливаться вот так вот на каждом, но это очень долго, и да. Я здесь проведу целый день, и видео займет там 2 часа, наверное. Я думаю, что те, кто никогда не были в Скандинавии, вас, конечно, цены немножко шокируют сейчас. Но, опять же, как говорят в Украине, маємо, що маємо. И думаю, что для тех, кто все-таки хочет приехать сюда как бы с целью там повидать страну, да, или приехать сюда жить, или, опять же, таки, все-таки учиться, то это будет видео вам очень полезно. Плюс-минус вы будете понимать, что почем. Пройдемся по молочной продукции. Значит, сметанка. Вот за такой 300-граммовый, да, стаканчик просят 20 крон. Это 2% сметана, это самая нежирная сметана в Норвегии. И самая жирная 35%, 22 кроны. Здесь вот вы видите, что есть разные процентные жирности, вот цены на них. Вот молоко.
Смотрите, это самое как бы обезжиренное молоко, и здесь сколько? 0,7% жирности. И вот на него цена. Смотрите, упаковка поменьше, где 1 литр молока, тоже обезжиренное молоко. Вот жирность, вы видите, сколько там? 17 крон за упаковку. И вот за жирное молоко просят за литр 18 крон. Кстати, жирное молоко продается только в литровых упаковках. Я не знаю, с чем это связано. То есть, если let milk, то есть легкое и обезжиренное молоко, вы можете купить как бы и там почти 2 литра, да, только что смотрели, то жирное молоко почему-то только вот в таких упаковках. Не знаю, с чем это связано. Смотрите, творог. Упаковка, которая 400 грамм, и творог, где 4,3% жирности. Упаковка поменьше, там 250 за 16,10. И там, где 2% жирности, 400 тоже грамм, за 22,80. Здесь куча сливок, смотрите. Есть молоко, есть сливки. Видите, лактоза-фри. То есть для людей, организм которых не воспринимает просто лактозу. Масло у них все соленое вообще. И как бы девочки, которые любят выпекать, я вам советую вот этот именно, вот это масло. Это, ну, точная копия, как у нас в Украине. Здесь вот даже написано «Usalted», то есть не соленое. На мой взгляд, это единственное, которое вообще можно использовать в выпечке. Это соленое, это вообще не подходит. Видите, да, цены? Под каждой упаковочкой свой ценник. Я вот так вот тоже пройдусь вам бегло. Вы смотрите сами цены. Я хочу сказать, что, ну, я, конечно, уже за 4,5 года перепробовала здесь все. И, блин, все советую. Вот правда. Мои все-таки любимые, конечно, остаются вот эти Гуморген, наверное. Очень вкусная молочка, очень вкусные йогурты. Прям. Советую, советую. Вот смотрите, еще молочка тоже. Это тоже йогурты, это все йогурты. И это очень вкусно. Еще раз говорю, это очень вкусно. На яйца. 45 крон. Но здесь их сколько? Здесь их 18 штук. Вот это вот очень как бы логично купить, если особенно у вас семья. И когда вы покупаете яйца в Норвегии, не стесняйтесь это. То есть никто вам не надает за это по рукам. Не стесняйтесь открыть упаковку и посмотреть, целы ли они, то есть нету там надбитых или там побитых, потому что в начале, когда мы этого не знали, когда мы только сюда приехали, я знаю, что у многих моих знакомых были такие казусы, когда приносишь упаковку домой, да, и там уже оно не только побито, оно уже успело даже стухнуть. Как бы это все проверяйте. Мальчики и девочки, стеллаж с колбасой. Значит, в основном колбаса здесь у них уже нарезанная, вот видите, готовая. И это, кстати, самые дешевые ценники, которые есть в магазине. Дальше вот сейчас я вам просто проведу. Очень даже неплохая колбаса, вот этот тулип, там с салями. Я вам просто так вот сейчас проведу, и вы посмотрите, что почем. Давайте вот так вот по два ряда тоже. Потому что, ну блин, выбор огромный здесь тоже. Здесь есть и, знаете, всякие колбаски уже с этими, с какими-то там приправками и без приправок. И как бы, ну скажем, заменитель нашей варенки. Заменитель, потому что все равно вот, ну, не то. Где-то лучше, где-то хуже, но не то. Видите, да, цены? Если что-то где-то не видно, то пишите в комментариях, я вам специально досниму еще. Сосиски. Я очень много отзывов слышу от тех, кто там живет, либо там был в Германии, говорят, вот в Германии самые вкусные сосиски. Нет, ребят, самые вкусные сосиски в Норвегии. Приезжайте в Норвегию, попробуйте сначала здесь, потому что я была в Германии, мы ели эти сосиски, да, вкусно, классно, да, но здесь, поверьте мне, намного лучше. Мясо тоже
разные: свинина, говядина, в общем, все. Курица. Видите, да, цены? И вот же, опять же, смотрите, как на каждом отделе, да, есть вот такая вывеска с акцией. Вот эти все знаменитые сыры с плесенью. Очень их люблю, вот эту именно фирму Castello. Своим когда-то привозила в Украину. Ну, как бы, да, попробовали, но им не зашло. Мне тоже, кстати, не сразу зашло. Но сейчас я прям могу сказать, что я их люблю. Видите, тут тоже, да, сыры там и с паприкой, и с томатами, ну, в общем... И это очень вкусно, особенно те сыры, которые делаются в Норвегии, а здесь как бы большинство, там, процентов 90, да, производства Норвегии, очень вкусно. Значит, вот это вот знаменитый брюн-уст, это то, что надо привозить прямо с Норвегии, знаете, она попробовать. И вы видите, да, эти кусочки. Вот это знаменитый сыр Норвегия. Видите цену, здесь килограмм в одной упаковке. Вот это вот любимый сыр моего мужа. 120 крон. Тоже очень вкусный. Это плавленые сырки, которые мажутся на хлеб. Там вы видите, да, разные вкусы. И бекон, и зелень. Все что угодно. Норвежцы очень любят их. Вот знаменитая Филадельфия. И цены у нас. Вот смотрите, я снимаю, мне никто не сделал замечания вообще ни разу. По поводу того, что я там не имею права снимать или выключи незаконно или еще что-то там. Вот это был работник магазина. У них у всех своя форма, я это говорю в начале видео. И очень они классные, они очень приветливые. Мне в норвежских магазинах никто никогда не грубил. Вот это вот салаты. Их майонезные салаты. Майонез. Тоже, кстати, салат салатом, но... Они как бы эти салаты намазывают на хлеб, то есть у них как бы все в основном мажется на хлеб. Очень такая хлебная нация, очень любят это все. Я не люблю эти салаты, для меня там очень много майонеза. Вот, кавиар, это икра. Икра и цена на нее вот в таких тюбиках, знаете, как космонавтам. Очень вкусно тоже. Креветки. Я знаю от норвежцев, что они считают, что селедка это вообще рыба для бедных. То есть, если, например, они едут на рыбалку и там случайно им попадается так, что селедку они вытаскивают, да, они ее отпускают назад в море. Вот она, смотрите, даже очень даже приличненько выглядит, да, аппетитненько так. Но она сладкая. Это жесть. Даже вот это, что в томате, она все равно сладкая. Всякие круассаны. В общем, все что угодно. И это единственный магазин, наверное, где всегда можно купить вот таких две булочки за 20 крон. Это типа как акция, но акция как бы постоянная у них здесь. Да? Я не скажу, что мне выпечка в Норвегии нравится больше, чем, например, в Украине. Да? Потому что в Украине это как бы, ну, во-первых, выбор больше. А во-вторых, там оно все... скажем, меру сладкое. Вот выпечка в Норвегии, она все-таки сладкая. Но это мне не мешало, например, когда я была беременна, это все уплетать за обе щеки. Поэтому все равно вкусно. Вот смотрите, хлеборезка. Режется вот таким вот образом хлеб. Вы его ложите туда наверх. Одеваете пакетик и одеваете тот пакетик, в котором он лежит вот здесь, вот, чтобы потом на кассе можно было бы его пробить. И это да, это все бесплатно, те, кто будет задавать вопросы. Вот выбор хлеба в Норвегии. Вот он. Вот примерные цены, смотрите, на хлеб. И такие очень даже высокие. Самый дешевый хлеб в Норвегии стоит 7 крон. Это вот он. Кнейбрю. Сейчас я вам покажу. Вот так вот он выглядит. Видите, да? И луфбрё.
Вот он тоже там лежит. Это луфбрё, это обычный белый хлеб. Вот эти все хлебцы, знаменитая фирма Васа. Хлебцы всякие такие, знаете, печенюшки несладкие, вот, на которые можно положить, там, например, сыр, либо колбаску. Да. Это очень популярно тоже в Норвегии. И как по мне, вот мой фаворит, вот эти вот хлебцы. Да, они очень жесткие, но сейчас привет сумам, всем сумчанам, кто меня сейчас смотрит, вы меня поймете. Это, знаете, ощущение, что нашу вот сумскую поляницу взяли, порезали, высушили и вот так вот продают. Ну, в общем, очень вкусно. На сладость. Сколько это стоит у нас? У нас нету, кстати, M&M's. У нас есть нон-стоп, но это то же самое. Тоже, знаете, те, кто вот начинают там пробовать эти сладости, кто что говорит? Кто говорит, что я слышу там очень много соли? А норвежцы реальные, они как бы вот немножко тоже в этом плане извращенцы, потому что они в шоколад любят там, знаете, добавлять соль. Всякие такие конфеты на развес. Вы берете такой вот пакетик, берете такую лопаточку, набираете столько, сколько вам надо. Вы можете это все прям в один пакет, ну как бы разные конфеты в один пакет миксовать, никто вам ничего не скажет, потому что цена на это все за килограмм 150 крон. Вот смотрите, тоже акция на этой неделе. Две шоколадки вот таких вот, да, любых от фирмы Freya, 55 крон, две штуки. И вот я вам сейчас покажу, сколько цена на одну такую из них. Всякие тоже Баунти, Твиксы, то, что и у нас есть там, Лайон, Туприз, Смеш. Вот как раз этот шоколад, который 2 за 55, то есть одна стоит 27 крон, 35 крон, смотря какая шоколадка, а две можете купить за 55 крон. И вот то, что вы можете непосредственно уже на кассе взять, презервативы, тесты на беременность, вот это самая низкая цена на тест на беременность вообще, в принципе, в Норвегии. Всякие такие, знаете, ментоловые жвачки, всякие конфетки. Все оно вот здесь вот уже на кассе лежит. В принципе, наверное, так, как у нас. Ребят, кто досмотрел это видео до конца и вдруг понял, что я не показала цену, да, или вообще не показала продукт, которым вы сильно интересовались, пожалуйста, напишите мне в комментариях, что это был за продукт. Я специально для вас пойду, узнаю точную цену в магазин, напишу вам обязательно как бы ответом на комментарий. Либо же, если таких комментариев будет очень много, то сниму еще одно видео с продуктами, да, которые интересуют конкретно вас. Спасибо всем за просмотр. Оставайтесь дальше на моем канале. Надеюсь, что увидимся в следующем видео. Пока-пока!